Сейчас я вам покажу, как... Что происходит? Куда он бежит? Тебе хана! Приготовься проиграть! Сейчас я тебе сейчас как наваляю! Я тебе... Как? Ты меня выиграл? Лёнь, я серьезно выиграл вот этот маленький бэби-шарк? Так смотри, я его смогу сейчас положить примерно за раз, два, три секунды. За это время даже на канал никто не успеет подписаться. Нет! Ну, Лёнь, ну что поделать, если ты слабый? Нужно качаться, нужно больше тренироваться. Давайте мы ему не будем сейчас говорить, что, во-первых, я заберу вот этот бесплатный подарок. Мы его откроем, и сейчас нам наверняка выпадет офигенный питомец. Где-то я такого уже видел. Ставьте лайк, если вы тоже. И, конечно, я заберу абсолютно все подарки, которые мне дают. Обалденный какой-то питомец, просто вообще нереальный. А еще можно за 500 робуксов забрать все, Владус, что Владус, здесь Владус, есть. Но я... Владус! Что? Отойдем-ка чуть-чуть. Блин, ну он сейчас долго так еще плакать будет. Я на самом деле готов потратить кучу робуксов на что-то прям интересное. Что тебе надо, Лёнь? Сюда! Ну я здесь. Выключи камеру на минутку. Ладно, хорошо, выключил. Лёнь, давай говори, что надо? Там в магазине есть питомец на 600 икс. Я хочу его купить. Нет, Лёнь, я тебе робуксы задонатил не для этого. Давай, ты его не будешь покупать. Так, подожди, питомец на 600 икс? Так, это здесь, здесь или... А, вот они где. Есть Лоффи, который дает 450 икс. Есть Боку Крисмус Пэт 900 икс. Есть Мега Лоффи Пэт 3000 икса. Я не знаю. Мы, во-первых, можем сделать сейчас перерождение уже. И за один клик мы зарабатываем 50... Чего? Силы? Ну, наверное, это сила, да? Ладно! Подожди, я смотрю, сколько мои питомцы дают иксов. А, x6? Тогда у меня есть гениальнейшая идея. Мы можем купить вот этого чела за 400 робуксов и... Ты мой лучший друг, спасибо! Я купил! В смысле купил, Лёнь? Опа! Лёнь! Да ну нафиг! Серьезно! Он купил дорогого питомца! Лёня, пока! Вот так, значит, да? Я знаю, что сделаю. Я открою вот это яйцо, которое мне дали бесплатно за то, что я провел 23 минуты в игре. Но наверняка этот питомец не дает много иксов. Х15. Это все не плохо! Лёня купил питомца... 449 робуксов. Ничего себе, он сколько робуксов потратил. Ладно, я его сейчас перебью. Мы выберем питомца на 3000 силы. Я надеюсь, вы уже подписались на мой канал за то, что я это делаю. Покупка успешна. Бум, бум. Обалдеть, это что за дед вообще? Сколько он нам сейчас дает? 15 тысяч силы за один только клик? Так у меня все. У меня вот эти клики все нафармились до полного. Смотри, здесь можно было их апгрейдить. Они у меня только что апгрейдились полностью. Абсолютно все. У меня 500 000 силы. 700 тысяч, 800, 900, лям. Что за бред? Как это возможно? Смотри, мы можем победить уже самого сильного босса-дракона. Потому что на него требуется 800 тысяч силы. У меня теперь 1 000 000. Да, мне придется чуть-чуть покликать. Давай, не подведи меня. Бля. Ладно, дай-ка мне одну секунду, я прокачаюсь. Раз, два, три, все. За это время тоже на канал нельзя было подписаться. Слишком мало секунд. Все, вот теперь я его побеждаю просто идеально. Давай-ка. Есть. Мне дали сразу 1500 побед. Что мы делаем дальше? Ребит. Еще, 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 еще. А, все, больше нельзя. Пойдем, 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 пойдем. Мы качаемся, качаемся, набиваем снова 1 000 000 силы. 1 000 000 силы нам теперь набить можно очень легко. Вот сейчас Леня офигеет от того. Что? Что? Где ты? Пока! В новый мир! Как он это сделал? Почему так быстро? Ладно, я набил уже 3 000 000 силы. Ну-ка, пойдем-ка сразимся с дракошей. Давай! Ты свою подушку сейчас выкидывай. Я понял, я понял. Лёня просто не делал ребятки. Он просто взял и прошел в новый мир. У него остались все кубки на балансе. Поэтому давай, смотри, мы должны победить этого дракошу примерно 7 раз. Или 8, или 9. В общем... Отлично, а теперь я куплю идеальные читы. Мы еще и умножим нашу силу за 200 робуксов. Нет, мы ее не умножим на 2. Мы ее умножим на 3. Обалдеть, Лёне вообще хана. Мы сейчас будем просто пролетать из мира в мир. Я даже не знаю, насколько быстро мы теперь будем качаться, насколько быстро мы будем прыгать по мирам. Но я покупаю еще и X3 побед. Все, все, все. Я прокачан просто нереально. Пойдем-ка в новый мир, там нужно всего лишь 15 тысяч. Вау. Это что за японская движуха? Вау. Чё тебе надо, Лёнь? О, у нас новый клик! Стоп, так я все эти клики сейчас снова соберу, смотри. Раз, два и три. А спорим, что ты не сможешь подписаться на свой же канал за 3 секунды локтем? Буду я этого делать.
Есть! Успел! Чё? Как? Да ладно, Лёня, это любой сможет. Нет! Да-да, 100%. Каждый зритель бы это сделал. Итак, у меня 39 миллионов. Лёнь. Вот тебе чапалах, на! На! А! Да, Лёня, отстань, не мешай ты, пожалуйста. Ну, господи, ну почему он лезет постоянно, а? Я не понимаю. О, стоп, нам сейчас дали сколько побед? 20 тысяч? Так это ж нифига себе. Стоп, 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 хотя это только первый чел. Ладно, у меня есть кое-какая идея. Мы ни разу кубки не тратили на то, чтобы купить себе классного питомца. Ну ладно, у меня сейчас и нету больших кубков. Давай купим яйцо за 7 тысяч. Я не знаю, что с него выпадет, наверное, так себе питомец. А ну-ка, давай посмотрим. 4,5 икс. Как? Как рассчитана здесь математика в этом режиме? Я не понимаю. Мы уже во втором мире. Сюда нам потребовалось 15 тысяч побед. Как нам может выпасть питомец, который умножает всего лишь на 4? Я не понимаю этой логики. Ладно, скоро мы заберем вот это. Угу. Это будет прям топчик. Но для начала давай сделаем кучу репитхов, потому что у нас будет большой множитель. Сейчас мы начинаем качаться еще быстрее. Смотри, я набираю миллион буквально за секунду. Нет, за полсекунды. Это просто жесть вообще. Да, потребуется немножко теперь потренироваться. Владус, Владус! Открой таб и посмотри, сколько у меня ребитков. Чего? В смысле, сколько у тебя ребитков? Лёня, ребитков 12. Чего? Как ты это сделал так быстро? Ладно, дайте мне прокачаться. Секундочку. Хотите ли вы пропустить ребитки? 99 робоксов. Да. Стой! Хотите ли вы это сделать еще раз? Да. Подожди! Ну хватит! Лень, сколько у тебя там 12? Так, сейчас мы купим еще один. Вот у нас теперь их 12. Ну, ладно, я бы мог обогнать Леню сейчас, купив еще один ребит. Но уже как-то, знаете, жалко. Нет, не Леню, мои робоксы. Да хотя и Леню тоже. Давай-ка мы сейчас... А, стоп, на этого чела с ирокезом нужно 100 миллионов силы. Мне нужно примерно 2 секунды. Я набил чуть больше, но самое здесь выгодное это бороться абсолютно без рук. Автоматически, потому что он вроде как быстрее кликает, смотри. Я вообще ничего не делаю, он нормально так махается этой подушкой. Все, сидим. Мне дали 100 тысяч побед. Мы, конечно, ребит сейчас не сможем сделать, зато я поставлю себе новую подушку, которая нам немножко множит прям совсем чуть-чуть силу. Да, Леня здесь не поздоровится, он не сможет со мной сейчас тягаться, ну правда. Радус еще не знает, что слева трейлс дают нифиговый буст. Я его обгоню легко и открою новый мир быстрее, чем он. Лень, ты только что это сказал вслух, как бы. Стоп, трейлс? Погоди-ка. Я что, это пропустил? Я ни разу это не покупал, серьезно? Тут есть донатные штучки. Подожди, они дают плюс 100 к скорости, плюс 200% к силе. Но я даже не знаю. Давай-ка мы купим вот эту имбовую за 349 робоксов. Это будет просто шикарно. Просто шикарно. Она практически здесь самая лучшая. Ну-ка, сейчас мы бегаем, я не сказал бы, что прям быстрее, но за один клик мы фармим миллион силы. Мы сейчас включаем автотренировку и уходим отдыхать. А, хотя стоп, какой отдыхать? Я же должен зайти в свой телеграм-канал. И рассказать вам про то, что у меня в телеге проходит обалденный конкурс, где можно получить абсолютно бесплатно новенький iPhone 15. Если ты хочешь попытать свою удачу, условия очень простые. Нужно быть подписанным на мой канал на YouTube. Прям сейчас нажми на кнопку. Потом подписанным на мою телегу и подписанным на еще одну телегу, которая там указана в самом конкурсе. Просто зайди, поучаствуй, попытай удачу. Вот QR-код, сканируй его сейчас же. Или переходи по ссылке в описании в мою телегу. И кажется, у меня достаточно силы. 500 миллионов. Ну ладно, давайте до миллиардика добьем, так и быть. Ведь здесь нужно... Стоп, на последнего чела нужно 250 миллиардов. Да. Обалдеть. В смысле 250 миллиардов? Как? Ладно, мы сейчас купим вот это яйцо. А, нет, нужно еще поиграть 45 минут. Хорошо, мы тогда посмотрим, что нам выпадет вот с этого. Что-то типа донатного яйца. Ну, ой, эпик, да-да-да, этот пришелец нам ничего особо не даст. Он почти бесполезный, значит, нам нужно прождать 5 минут. Угу, хорошо. Либо купить это за 499 робоксов. Ладно, смотри, мне нравится тот самый лимитированный питомец на 600 икс. Ну что, давай только Ленчику ничего не говорите, в комментарии не пишите. Мы его сейчас заберем, и кажется, мы стали гораздо сильнее. А, нет, стоп. Я же его не поставил. Давай мы уберем пришельца, который нам дает x6. А тот, который выпал, дает вообще x4,5. Мы поставим этого питомца. Да, Ленчик, наверное, заметит. Ой. Да ладно тебе, Лень, ну чё ты? Ну нет, это же классно. x600, это... Стоп, а почему я вот, например, не 600 миллионов сейчас делаю, да? x600, это от чего x идет? Я не понимаю математику этих режимов. Но мне нужно немножко потренироваться. Чего?
Ну да, Лень, мне пришлось слегка подкачаться. Ну прям чуточку. Ладно, сейчас мне остается только одно. Это фармить победы, потому что для следующего бойца нужно уже 10 миллиардов побед. Это реально слишком много. Экономика режима сломана в хлам. Но этот хотя бы дает мне за каждую победу 500 тысяч. Это уже лучше, это уже хорошо. Конечно, не очень, но лучше, чем ничего. Наконец-то я могу собрать вот этот бесплатный подарок. Я не знаю... Что? Что? В смысле я уже забрал? Эй! Чё-то не понял прикола, я ничего не забирал. А, вот они все! Так они все умножают на 25, 35, 30... Вот это позорище! Питомцы просто здесь вот эти бесполезные. А, стоп! Мы можем сделать золотого питомца! О, он умножает на 70. Ладно, это все равно не камильфо. Нам все равно сейчас нужно очень долго ждать. Фух! Это было невозможно сложно. Реально, так долго я еще ни в одной фармилке не фармился. Мне выпала легендарка, которая умножает примерно на 1. Короче, 20 миллионов побед есть. Это значит, что я могу пройти... Убей сенсея. Убей сенсея. Что? Убей сенсея. То есть, я набил 20 миллионов побед, но меня не пустит в новый мир, пока у меня не будет 250 миллиардов на вот этого Гэндальфа? Я ливаю! Знаете... Я тоже. После этого аж Roblox удалить хочется. Спасибо, что подписались на мой канал.